Веселые песни, акробатические номера, смешные клоуны. Для детей детского сада компенсирующего вида «Росинка» был организован настоящий праздник. Праздник добрых сердец, посвященный Международному дню инвалида. Это мероприятие проводится ежегодно уже в 17-й раз. Почему оно носит такое название? Конечно, потому, что вокруг много добрых и отзывчивых людей, готовых оказать бескорыстную помощь подопечным коррекционного учреждения. Добрые сердца – это друзья нашего детского сада. И администрация района, комитет по вопросам образования, которые дают возможность жить и процветать нашему детскому саду. При поддержке районной администрации для особенных детей были оборудованы коррекционный зал, соляная пещера, сенсорная комната, кабинет массажа, организованы занятия логаритмикой. В «Росинке» работают несколько групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. Коллектив с любовью и вниманием относится ко всем своим подопечным. С детьми занимается рисованием, лепкой, занятиями музыкой, лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой. Дисциплин много, и все они направлены на развитие, коррекцию и подготовку малышей к школе. Хочу пожелать всем-всем, детям и родителям, и сотрудникам здоровья, радости и счастья. Сегодня мы с особым теплом говорим о особенных детях. Пусть эти дети немножко отличаются, но душа у этих детей такая же хрупкая, как и у каждого ребенка. Дорогие дети, дорогие родители, пусть в этот день вы почувствуете чуть-чуть больше тепла и внимания к себе. Наставники и воспитатели гордятся выпускниками своего детского сада, среди которых много победителей в спорте, музыкантов-лауреатов различных конкурсов, отличников, выпускников вузов. В подтверждение присутствующим продемонстрировали видеофильм о своих бывших воспитанниках. В завершении праздничного концерта представители организации «Молодая гвардия Единой России» преподнесли детям подарки – сладкие наборы и воздушные шарики-сердечки. Ольга Аржанова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».